Меня это очень задело. Во-первых, это опасность для экологии. Но самое главное, что лично меня покоробило, это оскорбление того, как из Москвы к нам повезут мусор. То есть от нас они идут, качают нефть, качают газ. Здесь вот как раз проходит 5 ниток газопровода, одна труба нефтяная. Здесь проходит железная дорога Котлас-Воркута, по которой вывозится из нашей республики лесопиломатериалы, лес-кругляк, уголь, нефтепродукты. А нам взамен, чтобы пустые вагоны не гнать, решили привезти в этих вагонах 2 миллиона тонн московского мусора в год на протяжении 20 лет. Меня это задело. Это плевок просто. Вот именно поэтому, наверное, я тут.